Всем привет! Хочу показать, где я шлифую бусины из дерева. Итак, на основе вот такого вот станка сверлильного получается вот тут двигатель. Я сделала вот такую подставку и сверху вот такую конструкцию. Внутри она обклеена наждачкой номер 80. И как раз от двигателя идет вот такая крутящаяся платформа. На нее у меня приклеена насадка с петельками. Сверху я одеваю диск шлифовальный. Но так как скорость довольно-таки большая, его немножко срывает. Поэтому я по краям еще клею термоклеем, обклеиваю немножечко краешки. И тогда получается, он, видите, стирается. И все равно остается на месте. Вот таким образом. Тут она крутится. Небольшое отверстие по краям остается для того, чтобы туда уходил вся пыль шлифовальная. Она падает, то есть, вот туда вниз. Сверху я еще закрываю большой платформой. На ней тоже из-под низу приклеена наждачная бумага. То есть, получается, наждачная бумага тут со всех сторон. Шлифуется очень классно. Диаметр можно было, в принципе, сделать и даже больше, но мне хватает. Тут примерно шлифуется за один раз где-то 300-400 штук бусин. Также можно шлифовать тут и квадратные бусины. Все вместе. Они терутся об эту наждачку, а также друг об друга. Получается очень классный результат. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте.